Всероссийская акция «Вода России» считается крупнейшей экологической инициативой в стране. В 2019 году были рекордные показатели по объему собранного мусора. За 8 лет акция объединила более 7 миллионов человек из 85 регионов нашей страны. «Вода России» – это часть федерального проекта сохранения уникальных водных объектов, национального проекта «Экология». И 22 июля в ее рамках убрали один из берегов реки Серебрянки, тот, что находится со стороны улицы Чехова. Данный берег выбрали, потому что проводили расчистку в прошлом году на противоположном берегу и, соответственно, решили также дальше продолжать расчистку в данном направлении. На этом берегу довольно часто люди любят отдыхать на природе и жарить шашлыки, и далеко не все из них после себя убирают мусор. Поэтому у участников акции было много работы. Собирали всякий мелкий мусор, банки, бутылки и многое другое, а также золу. Должно быть везде чисто, дети гуляют. И во многих местах и везде грязно, то что от бутылок стеклянных могут быть осколки могут пораниться. Акция «Вода России» проходит при поддержке Министерства экологии и природопользования Московской области. Всем участникам раздали необходимый инвентарь – грабли, перчатки и мусорные мешки. На последних был изображен логотип акции. Мы участвуем в акции, потому что хотим, чтобы в городе у нас было чище. Мы тут гуляем часто. Это тоже мусор иногда мешает, на самом деле. Ну и скажите, сложно участвовать в такой акции вообще? Перебороть, может, себя, прийти, убираться? Не, это на самом деле не сложно. Да. Самое главное захотеть. Самое главное захотеть, вот. Приятно, когда в городе чисто. Участие в акции приняли волонтеры, общественники, пушкинское отделение партии «Единая Россия» и просто неравнодушные жители города. Присоединиться к уборке мог любой желающий. Округ Пушкинский – постоянный участник акции «Вода России». В рамках нее убирали берега таких рек, как Талица, Скалба, Сумерь. Причем не раз. Следующая акция «Вода России» пройдет в Ивантеевке 12 августа. Очищать от мусора будут берег реки Учи. Мы любим наш город, и мы хотим, чтобы наш город был чище. Мы хотим, чтобы люди радовались нашей природе. Пушкино – это зеленый город, Пушкино – это чистый город. Вот, мы хотим это поддержать. Да, и таким образом, я думаю, когда много людей приходит, это получится быстрее и действительно что-то изменится. Да. Чище стал не только этот берег, но и два других, что находятся со стороны дендропарка и улицы Тургенева. Ранее там пушгорхоз очистил все от поросли. Теперь с моста открывается прекрасный вид на речку. Нет густых зарослей и мусора. Берега полностью просматриваются, можно без труда спуститься к воде. Серебрянка постепенно преображается, что не может не радовать. Евгения Коломиец, Юрий Добрунов, новости Большого округа.